Всем привет! С вами Пикл Хиро и Хигаши, мы продолжаем играть в героя Бригандина, мир Фарсена, естественно. Мы не можем атаковать вот отсюда, к сожалению, из-за того, что вы видите, умрет рано. Умрет рано. У нас более-менее что-то там сидит. Тут тоже более-менее. Ну, в общем, ждем. Куда будут вторгаться на меня? Ну, куда будут контратаковать враг? Так, кто нас тут должен воевать? Должен ли этот быть? Да. Да, а вот тут выбор. Маг или не маг? Тиамат или Архидема? Давайте так. Выберем, не знаю. Прав, не прав. Узнаем позже. Задача не выиграть, задача убить как можно больше. Потому что выиграть будет очень сложно. Практически невозможно. Такой должен быть дикий лак, чтобы мы победили. Кто у нас давно не бывало. Так что как-то так. Будем пытаться защищаться, как можем, убить столько врагов, столько сможем, ну и так далее. Дальше по списку. Сами видите преимущества и в юнитах, и в героях у них. Поэтому мне будет крайне сложно что-либо сделать. Сами сюда идти. Так он будет там практически наверняка, я ошибся. Так вот можно. Ну эти все через мост пойдут. Летать может дракон, но он тоже не будет первым нападать, мне кажется. Жалко, что вот ты герой, да, не ошибся, не напал прям так сразу рьяно. В центр там куда-нибудь не встал. Мой шанс. 118 грифона по птице. В ответ птичка, давай 103, хорош. Тут куда
туда встал падальщик, я бы хотел, чтобы туда встал герой вражеский. Это было бы очень неплохо, согласен. Ну, этого, естественно, не произошло. 38 по Фениксу. В ответ Феникс. Ну так, легонько 156. Можно сказать, и не напрягался. Так, цветки тут с драконом. Пока все сзади. Пока что стреляем. Что 14? Хорош. Хороший, хороший урончик, нормально все. Пока что все по плану. Так, сколько у тебя МП? 2400 практически, да? То есть 300, 300, 30, 30 и 320, 332 и 50, 380 надо. 380 у нас есть. Енот. Рассчитывал с тем, что можем его два раза массой долбануть после этой магии. С таким расчетом. Так, венок прошел. Архиангел, святой луч, разок можно, в принципе. Чтобы вампир не мешался. На него тратить святой луч. Давайте так, лучше. Камушек не получился, бывает. Вместо святого луча мы вот так сделаем. Мы птицу рак подлечим. Шторм, угу, понятно. Недобиток прошлых битв. Вот он. Всеми нами любимый, блин, Марид. Мать его такого. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Стоим пока. Атакуем так пока. Только его спасло, что он черного элемента, поэтому гидра его не добила. К сожалению, выжил. Гады. Огонь, естественно, по Мариду. Слабо как-то. Ага, у Грифон 3 хп осталось. Что ты будешь делать, а? Что такое не везет, как с этим бороться, да? И просто вот с этими гадами не прет. Все битвы.
Вот с этой империей, не знаю, как там называется, просто не идет игра с ними. Абсолютно. Постоянно какие-то вот эти, блин, 3 хп, блин, грифон. Что это такое? Непонятно. С какого перепуга эти 3 хп? Мимо. 143, какой нахер мимо? Лечение грифона, правильно. 3 хп осталось. У тебя вообще лечение есть в магии? Само по себе нету, да? Твой геноогонь. Проклятие есть. Не очень надо. Что-то я какую-то фигню делаю, честно скажу. Какое-то сумасшествие творю. Абсолютное причем. Ну вот стой, Рок, на месте, блин, где стояла, и все. Нет, тебе, блин, надо выйти. Не теряй строй. Все. Срано, у Марида этого еще вылечили. Он нашел более удобную для себя позицию. Кстати, неплохая позиция. Согласитесь. Вполне себе неплохая. Ну почему бы не крит? Ну почему не крит? Потому что не крит. Подышим? Подышим. Так хорошо прям встали под дыхание, под это. Красота. Загляденье прям. Смотрите. 146. 106. 119. 143. Выжил, сволочь. 97. Минус. Отсюда уходить нельзя. Надеюсь, дракона мы его добьем.
Добили. Само по себе неплохо уже. Правда? Вот лечебный голос применим. Из оров мы никого не вылечим практически, зато вылечим своих. А то, что мы там подхилим цветок, это пофиг. На то свою птицу на 160, 89 этого, 140 дракона. Голем камня. А не хочешь ты в настоящий камень? Вот я был бы не против. Давай, птичка, давно ты ничего полезного не делал в моей армии. Не ты, а вообще ваш род весь давно ничего полезного не делал. Закамени камня. Не хочешь? Ладно. По друиду выстрел. Бойный выстрел по друиду, да? Убийственный выстрел. И бамс, 120. 185? You serious? Вы серьезно? Нет, вы серьезно 185? Или вы пошутили? Я, конечно, все понимаю. 185. Я понять не могу. Да, кстати, и тут, кстати, кредит 82. Дракон на рог нападает. Ну, дракон 8 уровня, неплохая ловкость, 51, то есть попасть там не попадет. Но в ответ, может, камушек, а? Птичка, пора уже. 150, смотрите, нанесли. Давай камушек. Нет, просто 84 урона. Если вот мы драгона сейчас птицу мою парализует, то это будет весело. Это будет весело. Ну, неприятно. Всего лишь 80 урона. 80 урона, цветок первого уровня. В ответ камень. Ну, хоть что-то. В ответ камень. Бросок копья опять по птице. Ну, понятно, не любит рог, потому что она может перевернуть игру, закаменив героя или кого-нибудь из них. 165. Больно. Магия, магия, проклятие. Почему по нему не проходит проклятие? Только по нему проходит. Смысл, где на огонь? Где на огонь смысл есть? Где на огне смысл есть? Да, где на огонь? Жан Дадар. Жан Фадар, простите. Ошибся с малосознанием. Шутруля. Так, 139, 105, минус Марин, 80 по фанфиру, 800 опыта практически. Получали, да? Лечение. Ага, у меня пока что только лечит, и шо дальше? Это правильно. Лечить. У меня такая амбициозная цель – вальнуть Фафнира. Но это цель настолько утопична, на самом деле. Давай ты будешь так просто стоять и ждать.
огонь по гидрену. Правильно все. 200 урона по Тиамату. Что 99? Ну, почти 200. Ну что, минус урок или не минус урок? Сделайте ставки. Не минус. Камушек, может быть, в ответ, а? Нет, просто 79 урона. Ах, дракон, дракон. Ну, в принципе, промазать можешь. Мой дракон же мазал, да, по центавру лучше. Не ожидал, что он промажет, честно. Думаю, попадет. Восемь повреждений по гидре, да ладно. А в ответ всего лишь 119. А 112, считай, ничего. Просто считай, ничего. Подышим немножко. Девяносто девять, 101, 112. Ну, так все. Ну, промаш в ответ. Вроде там каратист, все дела, нет? Крит 98. Что поделаешь. Бью по дракону, потому что у дракона больше шанс, во-первых, промазать в ответ, во-вторых, превратить его в камень. Ну и в-третьих, нанести больше урона. 150 критов, например. Рада и в ответ сотня пролетела. 100 не 150. Магия геноогонь. Ну да, почему нет? Он сам, поехали. Огонек, огонек, огонечек. Сто тринадцать, 71, 122, 117, 83, 140 по гидре, 83 по этому дракону. Давайте еще подышим. Так, сейчас только надо свернуться, развернуться, чтобы понять куда. И еще подышим. Почему бы нет? Да, вот сюда именно. Именно сюда подышим. Убивать какого-то фана фига, ну, это топия и глупость. Нужно пытаться как можно больше тут войск вообще забрать. 135. Минус вампиреныш. 116 по дракону. Атака дракон. Крит 150. В ответ 71, то есть вылечимся. 33 гидра, 82 наш колдун и 63 как раз феникс. И агро. Вот оно, агро. Фафнир сагрился на зацепщика. Это очень плохо. 150 урона, это очень плохо. Главное не потерять его.
нашего героя. В ответ крит 142. Вампир далеко. Кентавр будет стрелять в друида. Потому что по нему больше всего урона нанесет из героев. Да, 148. Очень больно. Голем 39 ловкости должен промахиваться, по идее. Попадает. Попадает больно. Сотня. 143. Ну, блин, ну... слов нет, одни эмоции. Голем по гидре. Обычный голем. Третьего уровня. 37 ловкости. Попадает. Ну, правда, не так сильно. 116. В ответ 200. Очередной плевок людоеда. По нашему там магу какому-то. Блин, больно. 68. Бросок копья минус рок. Птица. Не знаю, бросок копья еще может промазать? Мне кажется, нет. Поэтому минус 100%. Ну или там может быть 0,0001% было, что он поможет. Дракон дышит, естественно. Кислотное дыхание. Наискосок дышит или прямо дышит? Вот в чем проблема. Прямо. Ангел и Феникс под ударом. 118-122. Магия, геноогонь. Да, геноогонь. Именно, давай, друид. Жан Фадар. Давай, геноогонь. Ну и какие урончики мы получим в итоге? 91. 83. 139. 104. 136. Да, рискуем. Рискуем. Очень сильно рискуем, но что делать? А делать нечего, надо рисковать. 95 по Фафнику. Святой луч, по кому? По дракону 9 уровня, да. Самое то. Минус или осталось хп? 37 хп, ерунда. Живем. Гидра, птица рок, гидра. Можно еще разок вдохнуть вот так. И мы это и сделаем. Сто сорок по валькирии, 176 по растению, 160 по голему. Отличный урон. Пытаемся птицы рог добить дракона. Если можно было бы ход пропустить, ход.
я бы зацепщиком 100% под фарфер убил бы. Мы будем бить по големам, потому что мы его 100% добьем. Минус. Фафнер почти умер. Нужно добивать. Нужно добивать. Лечение дракона. Ах ты, ёкалымана. Фафнер в каком отряде? Во втором. Это нормально. Ледяное дыхание не убьет, это главное. Будет больно, но не убьет. Будет больно, но не убьет. Останется хп еще и ангела его. Нашего друля, колдуна 120. Да, лечение, лечение кого? Голема, блин. Эти все лечения меня вымораживают. Просто-напросто. Магия, огонь. Магия, грот, сила, мороз, грот. 200, 200, 280. Пробуем на высокого центавра. Не знаю. Остается хп. Пробуем. Красный дракон, 16 уровня. Давай, родной, не подкачай. 52 осталось. 52, 78 нанесли. В ответ 170. Очень больно, очень больно. Птица, давай. У тебя больше ловкости. Должна попадать Феникс. Да! Минус дракон 25 уровня. Минус их. Главная боевая сила. Минус. Зря ты на меня напал, братик. Зря напал. Зря. Не думал, не гадал. А зря ты, брат, напал. Потому что, блин, не думал, что тут такое будет сопротивление. Ты потерял голема лучшего. Ты потерял лучшего своего дурака. И следующую за уже атаку ты никого не убьешь. Из моих трех лучших отрядов. Вот так ты, братья, вот так вот. Так, Жанфадар, выживай. Выживай, выживай. Тебе нужно выживать. Тару, ты был мой, ты помнишь, промаш? 150 урона, 37 хп остатки. Рюкдоед по ангелу. Промаж, пожалуйста. Что тебе стоит? Ты же можешь промазать. Цыка, я тут уже не мазал сколько лет. Минус, ладно. Архиангел минус. Бывает. Бывают в жизни огорчения. Это одно из них. Не беда. Лечение, естественно. Лечение центавра. К сожалению для меня. Дракон подходит к рок. Ну давай камушек, давай в камушек, давай. Пока живем, значит живем, давай. Даже если мы проиграем, а мы проиграем этот бой, мы отлично его провели. Давно так не в обороне не получалось хорошо сыграть. Действительно давно. Подышать нечем, нечем. Ну у нас знаете что есть? У нас есть разрушительная цель. Спираль Тиамата. Давай, Гидра. 198 урона. Получите, распишитесь. Заказывали? И плевать, что в ответ 131. Плевать. Полный захват от рог. Заказывали? Давай, птичка, давай.
падла, промахнулась. Извините, но я злюсь и на себя, и на птицу, которая промахнулась. Что естественно, наверное, злиться в данной ситуации. Ходим назад. Магии нет. Остался один кентавр. Давай, Цента. Тебе всего лишь 108 снять хп. Девяносто восемь даже не снял. Магия. Магии нет. Значит, просто ждать. Опять лечение. Сколько что лечения, а, у тебя? А попади птицерок, все, убили бы. То есть... Птицерок испортила мне бой. Она промазала. Она испортила мне весь бой. Потому что забери я еще улучшенного кентавра, то я вообще... Он бы этот, блин, бой не забыл бы никогда. Красный дракон против не красного дракона. Готов. Минус. Голос нельзя, да? Ну, можно так. Опять промах. Да что ты будешь делать, а? Сколько же этот центавр мне принес бед в этом битве? Больше, чем Фенфер. Фанфер, мать его. Покрывает врагом дымом, не знаю. Как он дымом покрыт. Что он делает вообще? Давайте задымим кентавра. Мимо. Не получилось задымить кентавра. Хиляемся чуть-чуть. Минус дуэт. Женфа, да, к сожалению. И еще один кентавр не может сбежать. Это просто какой-то, не знаю, ужас какой-то. Я потом буду с этими кентаврами мучиться. Вот попади рок вот это по кентавру, все было бы отлично, все было бы великолепно. Мы бы уничтожили одного из них. Вампир те время на красного дракона. 42 урона всего лишь в ответ по 200 получишь. Да, там за 200. 220 считай. Высокий кентавр, естественно, по зацепщику будет стрелять. Ну, вот он настолько вот хуже юнита не было в этой игре. В этом бою. Настолько много мне причинил неудобств. И он был мой бывший. Вот в чем проблема. Куда я добиваю трог, это понятно. А нам надо убегать. Нам надо постепенно убегать. Спасая дракона красного обязательно. Спасая фенику. Фенику. Спасая фенику. Бросок копья в дракона, но это, ну, он его не убьет, по крайней мере, сразу. Я считаю, что это слишком имбово, то есть такие броски копья совершать. На 133 урона по 16 уровню, через 10 клеток. Тиамат остался один.
Давайте опять по кентавру. Тиамат. Минус! Вот это хорошо. Вот это хорошо, гидра. Вот это улучшенная гидра. Хорошо. Минус. Ну, наверное, бежать все-таки тут надо уже. У Крида. Убегать надо. Тут сам принц на меня нападает. Ну, сколько там? 150? 143 урона. Много. Реально много, ну, я хорошо позащищался в этой битве. Действительно хорошо. Гидра, ну гидра косая, она промазать может. Когда она уже мазала, второй раз подряд как-то не очень. 65 хп остается. Мне очень нужно успеть убежать. Очень нужно. Так. Что у нас тут есть? А давайте сделаем вот так вот. Единорога убьем, нафиг он нам нужен. Он хилит. Вот так вот, минус. Единорога. Там, потом кого еще можно тут вальнуть, в принципе, было бы. Если попадем вампира, если кританем. Ну, вряд ли. 17 хп, а критом бы убили. Критом бы падальщика этого убили. Ну и отступать, естественно, бежать в Укре. Спасаем армию. Отличный бой. Просто отличный бой. Ох, Мэри, вот, когда же ты проснешься до того глубокого сна? Вспомни, как постоянно корил мне, за сколько я сплю. Мир уже не тот без тебя. Я сражался в стольких битвах, и, может, скоро я смогу закончить эту войну. Никогда не думал, я буду скучать так о тебе. Я самый глупый царь всех. Я понял, что ты для меня значишь, когда потерял тебя. Проснись, ты мне нужна. Мэриот по-по-тя... Что? Пометка. Кай, твоя рубашка помята. Мэриот. Ты такой неряха, Кай. Что ты будешь делать без меня? Мэриот, ты очнулась. Ура, слава богу. У меня был сон. Отец говорил мне, я не должна оставлять тебя, раз ты такой разгильдяй. Правда? Да, вот почему я вернулась, надеюсь, ты не против. Чего-чего, я так счастлив, что вернулась ко мне. Отлично, у нас есть отряд. У нас есть боевой отряд. Это хорошо. Ну, это уже будет в следующей серии прохождения. А пока что все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Пикахиро Хигаши. И всем пока-пока.